Дора-люкс, жизнь складывается из мелочей. Жизнь складывается из мелочей. Сегодня ты спас маленькую тонущую пчелку, которая держалась за плывущее перышко воробья, как за спасательную соломинку. И если бы не ты, то погибла. А ты взял, вытащил ее и посадил на цветок, тем самым дал ей шанс для дальнейшей жизни. Сегодня ты ее спас, а завтра тебе, возможно, улыбнется удача. И кто-нибудь, тот, кого ты так любишь, скажет тебе три долгожданных слова «Я тебя люблю». Или просто улыбнется и обогреет тебя своей доброй и открытой улыбкой. Для того, чтобы быть счастливым, нужно совсем немного. Это жить не только для себя и любить не только самого себя, но и тех, кто рядом с тобой и так тебя любят. Возможно, они тебе это и не говорят, но можно не говорить, а делать, не прося ничего взамен. Просто любить гораздо ценнее лживого слова «люблю» самому. При этом просто лгать и втаптывать в грязь своими злыми делами и грубым отношением к близкому родному человеку. Как порой мы забываем под лучом собственного эгоизма о своих родных и близких людях, о настоящих своих друзьях, как часто мы предаем их, лживо и эгоистично себя ведем с ними. А ведь это наш тыл и наша опора, которые всегда придут нам на помощь. Вспомни, когда ты говорил своей маме или папе «Я тебя люблю, ты мне так нужен, я благодарю тебя за все, что ты делаешь для меня». Тебе сложно сказать эти слова? Начни меняться изнутри. Скажи их сегодня, потому что завтра может не наступить. Ты их потеряешь навсегда, так и не сказав самого главного. Обогреть добрым словом, потому что доброе слово, сказанное с любовью, действует гораздо больше лечебной силой, нежели лекарство, что впихивается в человека. Все болезни из-за нехватки любви и старость в том числе. Весь секрет вечной молодости в любви. Начни ее растить себе, и ты заметишь перемены, как станешь становиться все более красивым и более юным. Начни с сегодняшнего дня менять себя изнутри. В каждом человеке есть свет, добро, любовь. В каждом есть Бог, Отец, Творец. Вспомни, для чего ты воплотился тут на земле. Вспомни свое предназначение. Все мы тут, чтобы любить, созидать, творить только добро. Все мы тут только во имя любви, добра и красоты. Не живи зря и бесцельно тратя свой драгоценный миг жизни пустой тратой своего времени. Жизнь – вот что имеет великую ценность. Для тебя нет ничего невозможного. Все возможно, если ты открыт сердцем, имеешь в душе любовь, добро, уверен в своих бесконечных возможностях в самом себе. Остановись на мгновение и подумай, а так ли ты правильно живешь и ради чего ты живешь? Перестань завидовать, лгать самому себе, гнаться за мнимыми богатствами. Всех ни денег не заработаешь, а можешь потерять самое главное – свою душу. Когда ты в последний раз смотрел на небо или глядел на отражение солнца в воде, когда ты в последний раз вдыхал аромат цветка или любовался формой трав, когда ты в последний раз наблюдал, как бабочка кушает, сидя на цветке, высовывая свой нежный и тоненький хоботок, а муравьишка просто бежит с крошечкой хлеба в свой муравейник. Не помнишь? Но ведь в этом и заключено развитие твоей души, тебя самого. Ты говоришь «успею». А вдруг этот день последний в твоей жизни? Что тогда? А ты даже не успел увидеть то, для чего ты тут, не успел реализовать свои способности полностью. Из моих мелочей складывается весь человек, вся его жизнь в совокупности. Подумай над этим. Ради чего ты живешь? Начни меняться сегодня, сейчас. Не губи сам себя. Благодарю за внимание. С вами была Дора Люкс. Всем пока.